Добрый день, дорогой зритель. Здравствуй, уважаемый подписчик. Канал Баженит, это Омская область, Западная Сибирь. Меня зовут Влад. Сейчас покажу вам, как проводят свободное время выходные дни деревенские жители и как проводят городские. Ну, я в настоящее время деревенский житель. Я что делаю? Завел трактор и поехал. Пока свободное время, пока теплая погода, поеду в лес, в деляну, и там попытаюсь маленько поработать. Благо, что у меня сегодня помощник есть. Попробуем там собрать сучки, ну, убраться, навести порядок в деляне. И вам, я вот объехал вокруг жилого озера, ну, всего стоит на озере, и наблюдаю сейчас, как же проводят свободное время городские жители. Они что делают? Это я на тракторе проехал. Приехал. И вот она идет дорога. Вот она идет дорога вокруг жилого озера. Но я сейчас... Раньше здесь была деревня, называлась Малобожина. В настоящее время, лет, наверное, 50 уже ее нет. Но объезд есть между озер. И вот сейчас смотрю на жилом озере. Толпа народа городских жителей. Ну, я не знаю, все городские или нет. Все городские или нет, сказать сложно. Но деревенских тут мало. Так, сейчас я нацелюсь, сейчас покажу. А, ну вот это наш деревенский свободное время. Че, человек пенсионер, ему что, не отдыхать? Поехал на озеро, ну, тут объехал вокруг озера, где, наверное, здесь рыба должна лучше идти. А остальные выходит вот сюда, вот на озеро. Ну, благо погода позволяет, 0 градусов или минус 1, вообще тепло. А остальные сидят вот здесь на озере. О, тут елки-палки, народу-то полно. Народу полно. Ну-ка, я вас увижу, вижу. Пытается отдохнуть. Поймать рыбу. Но не знаю, как у них рыба идет или не идет. Но мне просто сегодня некогда, нет времени. Я-то деревенский житель. Могу на озеро выйти в любое свободное время. А им-то посложнее. Только в выходной день они могут выйти на озеро. И пытаются не поймать рыбу. Ну, ради это, конечно, рыбу ловят ради интереса. И там кто как, кто на что гораст. Кто по озеру ходит, кто подальше ушел, кто на этот берег. Ну, в общем, вот так вот городские жители, свободные, не обремененные никакими особыми заботами, проводят свободное время. Ага, вижу. Вот сейчас тоже этих вижу. Сидят, ну, не знаю, клев есть или нет. Я подходить не буду, мне просто некогда. А мне просто интересно посмотреть, что люди здесь делают. Ну, а я поеду дальше в лес, посмотрите, чем я буду заниматься. Удачно будет, неудачно. Людям хорошие удачные рыбалки, а мне быстро закончить свои лесные дела. Ну что, мне расслабляться долго нельзя, нужно ехать, а когда едешь, нужно посмотреть по сторонам. Ну, смотрю, городские ездят, меня обгоняют. Но вообще дорога такая, что машин ездит мало. Я же ехал сначала вокруг озера, а потом уже выехал вот сюда вот на профиль. Ну, а сейчас я уже проехал эти там сколько, 6 километров, уже съезжаю с дороги и сюда вот здесь вот дальше в лес, в деляну. Осталось, вот, уже приехал деляна, вот она. Ну, о, смотрю, тут уже пилят. А, это тут соседи пилят, предприниматели. А это вот мои сучки, которые я еще не успел убрать, не успел, значит, сделать. Это сейчас я буду тут работать, а вы посмотрите, что я тут делаю. Ну, мне что здесь? Вот, тут осталась-то ерунда. Тут осталась совсем ерунда. Ну, сучков много. Я, конечно, эти сучки переберу. О, помощник приехал. Одному же мне сложно ехать. И ехать сложно одному, и это самое, значит, и работать одному. Это младший сын у меня. Все, вот он. Мне-то физически работать тяжело. То голова кружится, то еще что-нибудь там. А сын помогает мне. А это вот там соседняя деляна, у них там костер горел. Сейчас он сжег. Мы тут уже в телегу накидали сучков.
и кидаем помаленечку. Ну, периодически то я ездил на тракторе, то сын ездит на тракторе. А это вот сучки я столкал уже в кучу, и мы их пытаемся поджечь. Не знаю, как Володя Белов там сучки не мог поджечь. У меня горят они прекрасно. Там старую резиновую кинул, кто там камеру кинул, и все прекрасно разгорелось. Ну, может, то, что вот они лежали там практически месяц, подсохли, или на улице тепло. Кстати, в эти, значит, выходные было где-то 0 градусов, ну, минус 1, от силы минус 2. Ну, я трактором там как раз сжег, и чтобы тут руками-то не работать, я ковшом закидываю, ну, не даю сильно разгореться, чтобы не было большого пламени. Все равно лес-то рядом, все равно нужно контролировать. Хотя сейчас бесполезно, сейчас лес не загорится. Но снега мало. В это время года, на удивление, снега мало. Когда в это время уже у нас должно быть там, ну, по пояс, наверное, точно. Вот сейчас будет видно хорошо. Тут и тут дальше деляна. Ну, тут дальше не моя. Я не знаю, кто там делал, но они быстро все это сделали, все убрали. Все, то, что я вот закинул, начинает разгораться. Сейчас оно потихонечку греет. Вот видишь, елки-палки, бензопилы нету, приходится топором рубить. Я бы так не смог, у меня сил не хватит. Терпения не хватит. Ну, я-то так сильно не стали там разбираться. Там и крупные сучки, там, чтобы не мучиться с ними. А, это вот у меня осталось там и бензина немножко осталось, там солярки на розжиг, и камеры остались. Ну ничего, горит потихонечку. Я же думал, что вообще гореть не будет. Я периодически, значит, там подкидываю, там шевелю костер, чтобы нормально он горел. Так, во, сейчас я этим ковшом. Ну тут близко подъезжать нельзя, опасно. А вдруг там разгорится. Ну или этот, краска обгорит на ковше. Не обгореть не успеет. Ну вообще горит сильно. О, хорошо, как разгорелось. Нужно немножко сейчас подъехать, притушить или подвинуть. Горит нормально. Ох, жарко, прям аж в кабине трактора, когда вылазишь, вообще хорошо. Так обдает жаром. На огонь можно смотреть бесконечно. Удивительное зрелище. Огонь же, он живой. И там за огнем дым в сторону, а трактор вообще там в стороне. Слышите, как трещит? Ой, какой звук приятный. И трактор работает, и костер горит. Ну, горит, мне нужно, чтобы сучки сгорели полностью, поэтому приходится периодически вот этот, ну, не давать сильно разгореться. Буксует трактор, на улице скользко. Подсохли нормально сучки. Вот я сейчас немножко подкину, и снега здесь немножко. Ну, ничего, оно все это сгорит, ничего с ним не случится, с этим. Тут правой рукой все закончили мы жечь сучки, зацепил я телегу, и сейчас все буду уже спокойно поеду домой. Конечно, там мы перебрали, сделали выборку, потому что все такие крупные сучки было жалко бросать, сжигать. Я их взял, ну, мы пересортировали сучки. Сожгли, а то, что поменьше, взяли с собой. Ну, дома их этим электропилой перепилю. Дрова есть дрова. Все равно деляну заготавливать самому выгодно. Благо, когда хорошо есть помощник. Но это тут я тут покажу, какая у нас природа. Как мы... Получается, что вот в этом месте были покосы. Человек косил. Ну, а получается, ну, что нужно убрать, чтобы не было претензий. И тут дорога, тут вообще прекрасно. Едешь, и хорошее такое зрелище, и так интересно смотреть, и скучно. И, ну, в общем, работать в лесу мне интересно. Не знаю, как кому, но мне это дело нравится. И на тракторе прокатиться. Я сын уехал, а я потихонечку сам на тракторе. Не торопясь, спокойно уеду. Тут немножко, тут метров, наверное, 300 проезжаю по полю. А потом уже выезжаю на профиль. Ну, там, что там, телега зацеплена, нормально, габариты включены. Сейчас немножечко. Ну, елки-палки, по дороге, что ли, кто-то едет? Ну, непонятно. Сейчас подъеду поближе, посмотрю, кто там едет.
Что-то, елки-палки, откуда тут взялись? Ну, обычно никто... А, сегодня же выходной день, поэтому народ стал ездить. А так обычно народу вообще мало ездит. Точно едут. Что за елки-палки? Горожане тут понаехали. Сейчас их нужно пропустить. Я-то выезжаю со второстепенной дороги. А они тут по-быстрому. Снега вообще мало. Ну, вообще гололед. Ну, телега легкая. Если бы была нагружена, конечно, с дровами полную, то на профиль выехать было бы сложно. А здесь дальше. Здесь вот где давали деляну, тут асфальтированной дороги нет. Тут грунт. Просто периодически в течение лета много раз, как только после дождя, проезжает грейдерами и дорогу равняет. Ну, а снег выпал. Мороз, дорога выровнялась, вообще стало прекрасно. Ну все, кому было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте, у кого есть возможность, прошу кинуть мне немного денег на карточку. Карточка Сбербанка будет внизу. А если жалко денег или нет такой возможности со мной поделиться деньгами, просто киньте, поделитесь бонусами. Бонусы Газпромнефти. Мне просто это нужно. Ну все, до скорых встреч, до свидания.